Сегодняшнее мероприятие организовано Казахским национальным аграрным университетом. Проводится оно в честь дня первого президента Республики Казахстан. Мы сегодня здесь собрались, и нас всех объединяет общий дух. Этот праздник нам позволил еще раз почувствовать такое единение. Молодежь вместе со своими педагогами, вместе с нашими гостями, мы в едином порыве в духе патриотических песен, которые здесь исполнялись. На примере фильма о президенте мы наполнились настолько глубоким патриотизмом, что, наверное, вот так и складывается общий национальный дух благодаря таким праздникам. Поэтому я сегодня, пользуясь случаем, хотела бы поздравить всех казахстанцев с этим праздником, который позволяет нам еще раз проникнуться национальным духом. На самом деле говорят у нас в народе, что большое видится издалека. Такие вехи нужно говорить, о таких людях нужно в истории делать отметки. И я думаю, что это замечательно, что такой праздник существует. Спросите у наших гостей, которые приезжают и сравнивают нашего лидера с лидерами других стран. За 20 лет многие страны СНГ прошли разную историю. Но я горжусь, что именно в Казахстане сложилось именно таким прогрессивным путем развития, благодаря действительно мудрому руководству. Я просто не могу себе представить иного пути. На самом деле все стратегические планы, которые и сегодня планируются, я уверена, мы все вместе сможем построить. И самое главное для этого, в других странах ищут общую национальную идеологию, общую идею национальную, а мы ее уже нашли. Мы объединились и решили, что мы едины духом, у нас есть поставленные перед собой цели, мы просто идем шаг за шагом к этим целям. Дай Бог, наше общество всегда будет таким стабильным, таким развитым. Наша молодежь будет такая продвинутая, как вы сегодня видите. Я очень горжусь, что я работаю в Казахском национальном аграрном университете, потому что здесь собрались очень талантливые молодые люди. Каждый день это общение с уникальным талантом. У нас здесь и поют, и танцуют, и рукоделие. В общем, 1500 человек, которые сегодня собрались в зале, каждый из них по-своему оригинален. Так что еще раз с праздником. Всего вам доброго, мира, счастья. В каждом доме благополучие.